Всем привет, друзья! С вами снова Прыгун. И мы продолжаем с вами проходить игру под названием Among the Sleep. Третья серия. Игра про маленькую двухлетнюю девочку, за которую мы играем с вами. И которая очень страшная. Ну, в смысле, игра страшная. Как вы помните, все последние события, которые с нами происходили, являлись некими воспоминаниями. Мы искали ключи к этим воспоминаниям, находили новые и так далее и тому подобное. Единственное, что для меня непонятно, а что это и чьи это воспоминания вообще? Как вы помните, мы попали в это заброшенное какое-то здание. Ну, может быть, оно не заброшенное, но выглядит оно довольно-таки старым, обветшалым. И давайте посмотрим, что нам здесь уготовлено. Уже довольно-таки страшно, да? Особенно в наушниках, все звуки слышны. Да, Мишка, не переживай, мы и так всегда себя ведем спокойно и тихо. По крайней мере, стараемся. Так, это мы можем двигать. Может быть, нам нужна какая-то книжка? Давайте посмотрим. Достанем мы до нее. Похоже, что нет. Или вот тут нам что-то надо. Ну-ка. Нет. Интересно, посреди дома растет какое-то дерево. Что это такое? Может быть, это какие-то знаки, которые нам даются? Для понимания того, что происходит. Ох, ничего себе. С чего на маленькую двухлетнюю девочку обрушилось все вот это? Ну, понятно, конечно, что за эту девочку играем мы. Так, я вижу что-то сверкающее. Как бы до нас пытаются что-то донести. Но все равно. Those floaty things. They look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Я вот боюсь, только мы залезем, и начнет эта люстра падать. Ага. Так, у нас с вами есть один пазл. Отлично, освободился проход. Давайте сразу посмотрим. Может быть, еще один там лежит. Нет, нету. Ладно. Все покрытые пылью картины. Смотрите, картина, да?
Очевидно, мама с дочкой. Мама что-то уронила, что ли, или специально выбросила. Ух ты, в реку. А это, оказывается, обыкновенный проход. Не получается у меня пока понимать эту игру. Давайте тогда просто будем идти, куда она нас ведет. Игре постоянно не покидает ощущение того, что кто-то находится рядом, кто-то очень недоброжелательный. Это в принципе и пугает. Давайте пойдем в дом. Что это такое? Своего рода лестница такая, да? Хорошо. Только это никакой не дом. Очень жуткое место. Постоянно наготове. Кажется, что вот-вот что-то может произойти. Что-то очень нехорошее. Это нам надо сейчас туда идти. Блин, давайте. Тихо. Все нормально. Детский кубик. Этот кубик мне скорее напоминает какой-то воспоминания из прошлого. Так, а что здесь есть? Какие-то изуродованные игрушки. Жуткая улитка какая-то. Ползем. О, вот нашли пазл. Так, куда нам? Куда нам теперь?
Таким же макаром по дереву. Так, а теперь там уже некуда идти. Ну вот, мы как раз попали туда, куда нам надо. Довольно-таки смышленая девочка получается. Так, мы не подросли? Вроде бы нет. Пойдемте побыстрее. Так. А, вот оттуда. Все правильно. Показывают, что я не туда иду. Мы ведь уже были здесь. Ну конечно. Блин, я прошел по кругу. Ой, прошу прощения. Даже нам отсюда идти. Ну, понятное дело, что все-таки сюда. Ну, и тут других вариантов нет. Тогда сюда. Там должен быть этот пазл. Нам надо было это всего-навсего вернуться. Ай, валим отсюда. На этом болоте пробудили каких-то темных существ. Ускоримся. Так, почему она не хочет на четвереньки вставать? Я и сам не хочу здесь задерживаться, не переживай. Так, открылась новая дверь. Еще одна картина, тоже молодая. Девушка что-то... А, пытается напиться из колодца, да? И куда-то уходит. Так, давайте смотреть, что здесь у нас. Как здесь жутко, а?
рисунки какие-то. Ага. Твою мать, а? Это чьи ноги? Обыкновенные сапоги. Фу. Очень-очень неприятно. Так, у нас дверь. Это чудо. Древень какой-то. Страхи становятся все более и более очевидными. Если раньше это выражалось просто в какой-то более пугающей музыке, что ли, то теперь уже смотрите, как нас пугают, да? Явно. Так, наверное, нам сюда. Других ходов я здесь не вижу. Так, вот. Твою мать, кто-то сзади, сзади нас, что ли? Блин, это стрёмно все, это очень страшно. Я хочу отсюда уже поскорее куда-нибудь убежать. Еще что-то взяли. Так, а куда нам? Обратно, или может быть отсюда есть где-то проход? Тут еще что-то мерцает. А, это, наверное, ключ. Точно. Обалдеть, такой дремучий лес. Нам сюда? Ходили, да? По-моему, нам направо. А, нет, нам теперь надо искать какой-то зеленый замок. Нас с вами съели.
Ну да. Так, что у нас есть? У нас есть пазл. Тихо прячемся. Наверное, нужно от этой... от этого чудовища забегать вот в эти вот... поваленные стволы деревьев. Я его слышу где-то справа. Ёлки-палки, как это стрёмно, а? А вообще, куда мне идти? Я уже заблудился. Я реально не понимаю, куда мне идти. Так, вон я вижу зеленый ключ. Как мне его достать? Надо залезть на бочки. Я не хочу обратно в лес. Уходим, уходим, уходим. Блин, как мне отсюда убежать? Жуть. Нафиг валим отсюда. По-скорому. Теперь надо найти эту калитку с зеленым замком. Давай, давай, ползи. Нам теперь нужно от того места направо. Ай, блин, валим. Валим, 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 валим. Фу. Это было страшно. И что, оно теперь будет нас тут сторожить. Бежит за нами, похоже. Я уже заблудился здесь. Так, вот отсюда мы с вами пришли.
Отсюда мы пришли. Только бы не попасться опять этой чуди-юди. Вот, мы направо должны идти. Давай, 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 давай. Я уже хочу отсюда свалить. Нафиг, мне это все не нравится. Вот, 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 давай. Фу. Так, скоренько. Самое паршивое, что все это не заканчивается. Закроем за собой калитку. Все, 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 уходим. Уходим, уходим, уходим. Куда здесь идти? Так, нам, по-моему, сюда, да? Да. Здесь хоть немножко поспокойнее. Так, последний пазл остался. Смотрите, а там мама с дочкой на картине читает книжку, да? Опять это жуткое место. Тут уже пошли какие-то лабиринты, которые я просто ненавижу. Изба-читальня какая-то. Пойдемте туда, где красный свет горит. Потому что я уверен, что здесь нам ничего не надо. Что-то вроде мостика, да? Хорошо. Причем пугает-то. Тихо, тихо. Все, нас сожрали. Черт, это страшно. Фу. Это очень страшно. И куда нам от нее вот прятаться, от этой кикиморы? Надо отсюда валить по-быстрому. И медведь что-то замолк наш.
ничего не советует, не подсказывает. Так, в прошлый раз нас приняли на том берегу. Надо сразу же осматривать места, куда мы можем прятаться от нее. Вон она. Идет сюда, блин. Бежим. Черт, какое противное создание, а? Что нам делать? Тихо. Давай, залазь. Вон она. Фу, у меня нету какой-то системы раннего обнаружения этих кикимор. Так, я зашел туда, и чего мне делать? Куда идти? А? Тихо, вижу. Вижу. Давай быстренько. Давай, тут уже более красивая природа. It's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Зайчонок вылезает из ямы. Ой, давайте быстренько отсюда спустимся в эту трубу. Перейдем на следующий уровень. Да, дела. I'm so glad we made it back. I feared something would happen to us. Так, что ты предлагаешь? Ладно, пойдемте в то здание. Сходим. Там, где мы размещаем свои воспоминания. А, я тоже ничего подобного не видел. It's going to be so nice when we're through with all this, and we can play together all the time. Так, давайте установим на свое место это воспоминание. А, его надо сюда поместить. I can feel it.
обнять. Мне бы отсюда слинять бы уже. Я знаю, что нет выбора. Успокойся. Нам осталось еще сюда разместить одно воспоминание. И тогда будет собрана целая коллекция. В общем, друзья, что я могу сказать? Игра на меня произвела очень сильное впечатление. Были моменты, когда было реально страшно. Было ощущение, что меня сейчас кто-то сзади укусит. Вот. Мне очень понравилось играть в эту игру. Мне кажется, она не такая длинная. Скорее всего, следующая серия, наверное, будет уже последней. Вот. А эту серию мы с вами пока закончим и продолжим уже в следующий раз. Так что всем, кто смотрел, большое спасибо. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока.